Итак, по традиции, серфер, едем как обычно. Так, сталкер всегда хотел попасть в видос третьей штурмовой бригады. И этот человек, и этот. Вот он, сталкер. В подвале. Чисто понял, первый там предыдущий кадр штурма, понял? Следующий уже лежу. Да, и такое бывает. Вот видите как. А это все почему? А я расскажу почему. О, пока что ничего говорить не буду, потому что за меня все скажут звуки войны. Месси, я серфер на звязок. Месси, на звязок. Трошки зачекайте. Давай. Давай, братуха, ебать, тут очень опасный участок. Вот и Семеневка. Ёбтую мать. Месси, выйди на прием. Я думал, что буду бегать по селу нахуй. Ух, ебать! Братанчик, мы сейчас будем кататься на этом велосипеде, нахуй. Я тебе отвечаю. Я не шучу. Серфер, я кадет, на связку. На связку. Кадет, я серфер. Займите пока еще укрытие и очікуйте, я принял. Серфер, я кадет. Я, братанчик, тут. Сплю. Я пока схожу, пойду матрасы, одеяло поищу. Да, я в соседний дом, братан. Подожди, я не понимаю, над нами дрон или нет? Да вот и я, блядь. Бритва, я серфер, на звязок. Серфер, бритва на звязку. Друже, а будь ласка, можете уточнити, чья пташка зараз на зумі біля нас? Наша. У мужчин утро начинается не с кофе. Брат, левее. Месі, я серфер, ми маємо рухатись, блядь, що там у кадета? Блядь, давай, вдом. Балон, полей, не, ближе ко мне. Сюда. Быстрее, заходи. Швед, старт. Швед, починай! Балон, рух вперед! Швед, заходите, мы справа! Балон, рух! Так, Фейн, брат, да. Ты сейчас понял, право цинкуешь вперед. Чуть правее отойди. Чуть-чуть. Швед, ты закрепился? Цинкуйте сектора, парни. Пейн, справа на 12. Пейн, найди укрытие и сотри справа на 12. Сядь, понизь силуэт. Все, стоим все на своих местах, ждем команды. Минус рун. Парни, сектора. Серфер. Я к не, брат, не могу. Старшему будиночку в укрытии, дай мне доповедь. Друже, перший будинок плюс. Пейн, статус. Ёптвою мать. Парни, назад, брат, назад, быстрее. Назад. Месси, передай нам бритву, будь ласка, чтобы заглушили ту 120-ку, терміново. Плюс, я Месси. Укриття, я бачу, як він працює, Братик, по безпечному укриттю мінус нахуй. Пізель, який був в наступну хвилку, з'їбався. Скільки там зараз пізелів, хуй його знає. Кадет, ви зараз не рухались? Мінус, ми нікуди не рухались, мінус. За два дома від вас ще один хуйсос, який стільки що з'їбався. Ми його не змогли зараз побачити. Як прийняв? Побачив тільки каску. Як прийняв? Братан, ми вже з надрочним туди літімо, зараз їх потушимо, нахуй.
сука, блядь. Сенсор, сенсор. Пойди на исправляйся, назад. Сам не можешь, нет? Друж, дружно, мы зарушаем, мы зарушаем. Дёжно, дёжно. Можно пожинать рух, дружно. Конец же свою справу зарубил. Плюс, плюс. Швед, выходим. Я швед, мы интенсуем, я швед. Плюс, плюс, хлопці, зараз все, займаємося виключно тим, щоб доставити вас в укриття, як прийняли. А можеш показати, будь ласка, де знаходиться саме міномет? Призумити на нього. Ось, спостерігаю, спостерігаю. Ось між 4-5 колоною вкопаний. От це чорне пятно, да, таке? Та він там вкопаний. Так, 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 вкопаний. Стоїть вкопаний. Все, ми на взльоті, зараз вилітаємо. Плюс, плюс. Отак, друже, призумся чуть-чуть більше. Ми вже підлітаємо, залітаємо на Коксахим. Отак, да, да, діда. Так, он в этой ямі, правильно? Так, так. Ні. Було влучання, бачили. Дякую, дякую. Давай, залітай. Залітай, залітай. Братик, очень болит. Залітай, залітай, залітай. Там свиньи. Стилис, поздравляю с первым ранением. Спасибо, блядь. Перший и последний, нахуй, надеемся. Блядь, если когда после того, как тебе прилетает в бошку какая-то хуйня, у тебя все еще есть в голове мысли, значит уже, братан, все заебись. А нихуя не болит. Блядь, как это болит, сука. Я не планирую, это же седьмой слой. Ой. Брат, держи. Держи. На. О, блядь! О, блядь! Ебануться нахуй! Что, серьезно? Ага. Да не, что ты меня наебаешь? По-любому, брат, наебаешь. Конечно. Осколочное поражение. Да, конфет, конфет! Серьезно, на женщину. А то теперь дня сделано там по надо, как принял. Черт, давай, что вы там? Да идем, идем. Ну, дай мне ствол. Хух, пизда. Бутон, выпей на газон. Бутон на газон. Сука, ищем ближайшее укрытие, остаемся на месте и идем вместе. Как принял, даем. Принял, мы в дом заняли укрытие, мы побачим его в доме. Что? Все, плюс, плюс, дави. Плюс. Ну що, 4,5 кілометра пройдено на осколковій ногі, нахуй. Это всім вам, ухилянти, знаєте. Щоб вам не бути окупантом, ой, контузіла, сука. Щоб вам не бути ухилянтом, вам нужно 4,5 кілометра після штурму на ноги з осколками пройти, ебать. Самому, без помощи, нахуй. А осколки пиздаты, нахуй, не просто дырочка, нахуй. Болит, я ебанулся вообще. Еще, походу, кость, сука, затронута. Ну, ничего. Вот, под обстрелами, под всей хуйней, нахуй. Когда вы знаете, что вы съебнуть не можете, нахуй, быстренько. Вот тогда и поговорим.